Новые планшеты от Huawei, смартфон SN Tile, новый мощный ноутбук и новинка от Leago. Всем привет, с вами я, Макс. И сегодня у нас 31 мая. Новая линейка планшетов Huawei MediaPad поступила в продажу в России. Планшеты MediaPad T3-10 и MediaPad T3-8. Данные планшеты оборудованы 4-ядерным процессором Snapdragon 425, 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ встроенной. Дисплей в обоих аппаратах имеет HD разрешение, а вот размер 9,6 дюймов и 8 дюймов соответственно. Камера основная на 5 мегапикселей, записывает Full HD видео, аккумулятор на 4800 мАч в обоих аппаратах. Также поддерживается карта памяти и сим-карту с поддержкой 4G. Работает все это на последнем Android 7.0. Стоимость данных планшетов 12 и 13 тысяч рублей соответственно. И уже они доступны для заказа. SN Tile Phone – смартфон от прародителя Android. Наконец-то вчера Энди Рубин анонсировал свой первый смартфон. Данный аппарат разработан компанией SN Tile, созданная Энди Рубином. В ее состав входят выходцы из таких известных компаний, как Google, Apple и Samsung, а также и других компаний. Сам смартфон обладает следующими характеристиками. Процессор Qualcomm Snapdragon 835, 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Основных камер 2 штуки по 13 мегапикселей, цветная плюс монохромная. Фронтальная же камера имеет 8 мегапикселей, обе камеры умеют записывать 4К видео. Дисплей смартфона имеет минимальные рамки, а размер его 5,7 дюймов. Аккумулятор на 3000 мАч, смартфон работает на голом Android 7.0. На тыльной части корпуса имеется два магнитных разъема, которые служат для подключения внешних модулей. В данный момент дополнительным модулем является компактная 3D-камера для сферической видеосъемки. Сегодня уже можно оформить заказ на смартфон за $700 на официальном сайте. Это около 40 тысяч рублей, что не является высокой стоимостью при такой мощности. Я лично рад, что наконец-то появился качественный конкурент, который готов и может потеснить крупнейшие бренды на рынке смартфонов. И представленный смартфон – это только начало. Новый, очень мощный и тонкий игровой ноутбук от компании Asus. Данный ноутбук является игровым и имеет соответствующее железо. Это, конечно, мощный свежий процессор Intel Core i7, 24 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ SSD накопитель. Но главная особенность ноутбука – это его видеокарта GTX 1080. И ноутбук создан в рамках программы Max-Q от NVIDIA. Из-за этого ноутбук является самым мощным и тонким в мире. В данный момент ноутбук показали на выставке Computex 2017. Дата выхода и стоимость пока не уточнялась. Первые фотографии новинки Leago M5 Edge. Данное фото появилось в Твиттере. На сегодняшний день известно, что смартфон получит безрамочный дисплей с двух сторон 5 дюймов, который будет покрывать 80% площади передней панели. Для бюджетного сегмента это необычно и ново. Обычно в смартфонах площадь равняется 72%. Ожидаемое время продажи устройства – конец июня 2017. Ну а на этом все. Спасибо за просмотр. Ну а также обязательно подписывайтесь на канал, жмите кнопку звоночек, чтобы быть в курсе новых видео. Ну а если нужна помощь в выборе техники либо смартфона, пишите в группу ВКонтакте либо под данным видео. Удачи и пока!